утвержден национальный проект «Жилье и городская среда», в котором поставлена задача увеличить объем возводимого частного жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Отличная задача. Проблемы. По их данным, на рынке сейчас 100 тысяч каменщиков. Для реализации проекта потребуется дополнительно не менее 50 тысяч каменщиков. Сейчас вы не найдете и 5 тысяч резюме каменщиков в интернете. Для реализации проекта придется привлекать рабочих из соседних стран, закрывая глаза на их квалификацию, образование и способность к культурной адаптации. Также не хватает рук без указа, высокие риски из-за возможных простоев. У них есть такой фантастический робот, робот-рука, который называется Flybrick, который, собственно говоря, размещается на одной площадке на строительной и начинает строить. Вы так на ночь включили его, просыпаетесь утром, а у вас дом готов. Вот кто бы не хотел бы заснуть, так сказать, и проснуться утром уже с готовым домом. Как это происходит, вы видите. Собственно, ничего сложного, примитивная технология, ну, по сути, но сложная в исполнении. Поэтому, на мой взгляд, достаточно интересное решение, потому что, ну, легко масштабировать. Описание. Это подъемник с одним или несколькими манипуляторами, разработанный для кладки стен из кирпича и блоков. Он сам берет кирпичи с поддона и наносит раствор. Управляется через веб-интерфейс, в том числе с телефона. Как видите, в 5 раз производительнее каменщика, в 3 раза дешевле. И приятный бонус – меньше расходов на поиск персонала, нет расходов на охрану труда и средств защиты. Конкуренты – рекрутинговые агентства и, вот, соответственно, Fastbreak Robotics из Австралии. Деньги. Стоимость одного робота всего лишь навсего 180 тысяч долларов. План продаж на 2020 год – 500 роботов. Выручка – 9 миллионов долларов, доход – 4 миллиона долларов. Сами видите, какая, так сказать, ну, конкурентная, выгодная среда и предложение. На реализацию проекта требуется 70 миллионов рублей. Финансирование поэтапное, запуск и тестирование продукта 30 миллионов рублей, запуск продаж и производственные линии 40 миллионов рублей. Спасибо, любая обратная связь горячо приветствую. Отправляйте вопросы, советы и пожелания на вот эту самую почту, фотографируйте.